А, разумеется, мозг тренируется на все. Мозг – это такое устройство, такой монстр, который, если чего-нибудь и не умеет, это он не умеет не учиться. И это не фигура речи, а это правда. На мозг влияет все. Вот выпили зеленого чая – повлияло, выпили черного – тоже повлияло. Мы поговорили, это навсегда в вашем, моем и всех, кто смотрит, мозгу. Мозг не решето, из него ничего не высыпается, понимаете? Все, что туда попало, там и легло. Для того, чтобы мозг тренировать, нужно читать сложные книги. Не нужно читать дурацкие журналы и газеты. Не нужно смотреть идиотские передачи. Нужно смотреть сложные фильмы, слушать сложную музыку и читать сложные книги. И это не для красного словца я все сказала, а это на самом деле то, что формирует ваш мозг. Это чистая правда.